В Табасаранском районе идет реконструкция улицы по проекту «Мой Дагестан. Мои дороги». Работы идут на одной из основных улиц села Дюбек. Протяженность 3 километра, и она часть пути, связывающего несколько поселений. Началась реконструкция в начале апреля, и за это время уже выровняли покрытие, усыпали его гравием, соорудили водоотводы. Все это предшествует укладке асфальта. По плану реконструкция должна завершиться до конца месяца.